Друзья мои, рад встрече сегодня с вами. И мы обсуждаем тему, которая очень важна. Потому что когда человек хватается за здоровье, когда этого здоровья не хватает, когда человек ищет какие-то пути выхода из тяжелого положения. Знаете, как Амосов сказал когда-то? Пока я был здоровым, круг моих интересов был огромный. А когда я заболел, все свелось к больничной койке. Поэтому, конечно, не для людей, у которых все хорошо, и которые ездят на Лексусах, мои видео, а для тех, кому плохо, у которых есть проблемы, и которые ищут ответа, почему так происходит, и почему им плохо. Так вот, мы начинаем искать всевозможные ответы на вопросы и находим какой-то сивокобыльный бред. Кстати, из 30 лет моих занятий альтернативной медициной продуктивными были только последних 7 лет, потому что 20 с чем-то лет я слушал вообще непонятно что. Малахова с ахинеей, с быстрыми результатами, с молниеносными рецептами, которые дают какие-то фантастические результаты. Так вот, этих клоунов, а их огромное количество, даже фамилии бесполезно говорить. Ну, 2 часа можно, только на фамилии. Лгут. Лгут, и все. Кто создал этих лгунов, которые пишут: геморрой лечим, блядь, за 20 минут. Бронхиальную астму за 4 часа. Это мы создали. Мы хотим быстрых результатов. Мы хотим здесь и сейчас. Уже. Мы хотим выпить волшебную таблетку и стать здоровыми. Мы не хотим работать над собой. Скоро у меня выйдет видео, что самоисцеление – это спусковой крючок к просветлению. Конечно. Потому что тут, когда мы лечимся, мы учимся терпеть, учимся работать над собой. И это очень важно. Блажен человек, который потрудился. А мы не хотим этого. И у человека, который говорит, что лечим кашель, от кашля можно избавиться односекундно и навсегда, да, и у которого 290 тысяч подписчиков, это наш плод. Это 290 тысяч подписчиков создали такого человека, который говорит: завтра вы будете здоровыми. Посмотрите мой ролик, купите мою книгу, и вы будете здоровыми. Потому что если бы люди понимали, что не может быть быстрых результатов, то и не было бы лжеучителей. На сегодня все.